что называется, в его спортивном обличье. Вы видите Олега Романцева в качестве капитана сборной России. И мы приглашаем вас на товарищеский матч между этими сборными, сыгранный вот как раз в конце весны 80-го года. О том, что это время значило для тех и других, про Московскую Олимпиаду, которая грядет, про то, из чего, то есть каких славных подвигов эта команда выросла и куда она стремилась, мы расскажем вам в протяжении 90 минут игры. Мы это я, Юрий Розанов, и Олег Пирожков. Здравствуйте. Ну что ж, вот пока здесь традиционные такие предматчевые церемонии проходят, стоит, наверное, отметить то, что мы уже увидели своими глазами, то, что состав сборной Франции очень даже приличный, и многие из тех, кого мы вот на поле видим, они будут блистать буквально через пару лет на чемпионате мира 82 года. А вот наш состав, он не оптимальный, не вполне оптимальный, каким он мог бы быть в это конкретное время. Давай его сначала назовем. Итак, Ренат Досаев в воротах у нас, второй номер родин, Олег, да, не так известный теперь, так сказать, не так звезден, он три матча сыграл в прошлом году, но здесь, что называется, идет подбор под Олимпиаду, поэтому шанс дается многим. Третий — Александр Чевадзе, Вагиский Диетулин, четвертый, Олег Романцев, капитан команды, пятый, вот состав нашей сборной, Сергей Шавло, шестой, Сергей Андреев, седьмой номер, Владимир Бессонов, восьмой, девятый — Юрий Гаврилов, десятый — Федор Черенков и 11-й — Ривас Чилибадзе. Вот такой состав выставляет Константин Бесков, и мы просим вас обратить внимание на трибуны. Да, мы видим только самую нижнюю часть, так сказать, наименее востребованную в плане зрительского интереса, потому что из Лужников через Беговую отсюда видно, скажем так, немного. Вот он, так называемый товарняк, да? Вот он, интерес к матчам сборной в советскую эпоху. Да, ну что ж, французы готовятся начать с центра поля и представим их состав. Что будет для него чемпионат мира 82 года. И вот первый момент, на который Бержерон совершенно нормально реагирует. Ну что, по составу нашей команды, да, что такое вот была эта сборная? В Испании здесь достаточно много ребят. И тот же Трезор, столб обороны, да, и Тигана, и Платини. Ну, в меньшей степени, может быть, для Ком, потому что дальше и дальше не на него уже будет делаться ставка, но тем не менее. Родин опять подключается справа, и вот Черенков. Очень изящно обыграл соперника. Ну, пока ни одного паса Платини, многие соперника, он стремится бросать мяч именно на ход. Вот, нам обнаружить не удалось. Но это до очень большой степени заслуга защиты нашей команды, которая прекрасно работает без мяча и никого из французов без присмотра не оставляет. Чевадзе с мячом, а вот Олегу Романцеву оказывают помощь за килограмм. Получилось, что за двухчасовую тренировку он набрал 2 килограмма. Обман раскрылся, врачу было туго. Ну, а с другой стороны, это же просто конституция, да? Вот и все. И вот Ренат Досаев, пусть там игра была уже остановлена, тем, кто, может быть, не видел вот красоту его игры, вот красоту его прыжка, да, вот эта леопардовость, так сказать. На протяжении всей карьеры этого вратаря многие, так сказать, ставили ему, но даже не в вину, может быть, так сказать, а журили за то, что, может, он не слишком уверенно играет на выходах. Что правда, а дальше больше. Защита снимает верх, и это умение, в общем-то, того, что нужно постараться наиграть модель, которая будет приносить результат, а не просто кого-то посмотреть, попробовать. Вот в пользу этого говорит и то, что не будет замен в нашей команде. Ну тут все совершенно понятно, да? Я уже говорил о том, что Спартак на вырост идет, и Олимпиада дома, и там бойкот, то есть ее выигрывать надо. Ее надо выигрывать, и поэтому, естественно, где-то подобраться ближе, подвинуть команду к соревновательному режиму, это задача, которую ставят. И соперники-то выбирались не шутейные, да? Ведь помимо французов, в этом же году наши еще и с бразильцами. Да, это выиграли, чуть позже. Кстати, так сказать, да, чуть позже выиграют на стадионе Маракана. А практически в этом же составе. Да, и вообще вот в те годы, вот опасный какой, хороший пас и выход один на один. Вот Бержеро сыграл здорово, он разорвал дистанцию и помешал отличиться. Во-первых, Шавло какую диагональ вырезает. Во-вторых, конечно, тут бы, как говорится, напихали защитником, потому что там один единственный человек, да, это был, по-моему, Дидье Кристоф. Это может подразумевать то, что эта команда очень креативная и очень опасна впереди. И голландцев это тоже касается, конечно, например. Конечно, да, вот тоже примерно. Той поры, да.
И посмотрите проход. Но тут немножко, конечно, стоит, наверное, и про нашу команду сказать. Вот ежели бы тренер сборной был Лобановский, подобные штучки бы не прошли у соперника. Согласись. Но и Константин Иванович в «Спартаке» и сборной строил тоже игру, до очень большой степени ориентированную на атаку. Поэтому уж с кем бы мы ни играли, у соперника моментики-то были. Согласись, у наших ворот. Здесь против Романцева нарушили правила. Мы помним, что ему несколько минут назад... А сказал Олег Иванович Пробесков или Константин Иванович? Вот не помню. Да. Мне кажется, это очень знаковый оговор. Да, тем более, что Романцев был в кадре, да. Кстати, смешно французы называют, да? Свадьбу ни в коем случае нельзя. Это романтизм, он был очень четко поверен математике, в конце концов. И временем. Да. И временем самое главное. Вот. Что же касается французов, ну вот видите, их тут много, да, они центр обороняют. Вот сейчас бы подключиться по флангу. И не получается удар у Черенкова. Ну, что, по-моему, он сам еще более неточный. И так все кольцует, цепляется одно за другое. Полтайма сыграли. А сейчас, по-моему, на чтение ситуации разобрался Крестов, да, просто просчитал. Пас-то был хороший сам по себе, а вот этот пас плохой. Мы, конечно, не слышим, с 2010 года, но совершенно очевидно, что... Есть всегда вариант, да? Вот есть всегда вариант. Это и техника работы с мячом, конечно. Это прежде всего движение без мяча. Вот, я о чем хотел сказать. Это, конечно, очень приличная физическая подготовка должна присутствовать. Почему-то вот так... что ли, в обывательском понимании, когда проводят такой вот раздел между футболом Бескова и футболом Лобановского, считается, что футбол Лобановского – это физика, а футбол Бескова – это голая техника. На самом деле, это очень-очень большие нагрузки, и должна быть и дыхалка в порядке, и мышцы в порядке, и без движения вот так вот в стеночке особо не поиграешь. Сколько носился тоже Шавло, конечно, да? Всю свою карьеру, так сказать, и на голой физике Заваров, конечно, играл. Как иначе, да? Ничего бы не больше не было у парня, кроме, так сказать, того, что бил силомер, да, обеими ногами. Ну, конечно, это не так. Encore Bossis, Platini. Речь идет о каких-то изначальных взглядах, разумеется. А вот сейчас, конечно, не доработали, дали Жану Тигана ворваться в штрафную. Правда, тут уже включаются и справляются и Бессонов с навыками игры в защите нешутейными, и Романцев хладнокровный, и Андреев, который... И все. Смотрите, сколько раз мы видим Черенкова вот именно вот работу. Сколько раз уже. Попытка сыграть в касание, которое... Ну, сейчас нам показали бы 10 повторов с разных точек. Тогда это было довольно тяжело именно да, из-за технических каких-то неурядиц. Черебадзе выходит. Тут Баси, я думаю, что левой ногой мяч он играть не мог, да, на самом деле. Тут можно спорить, где было касание ноги Челебадзе со стороны Баси. На мой взгляд, до штрафной. Но то, что фол был, это представляется вероятным. Еще одна передача. Я просто вот в том моменте отметил бы то, что нам на повторе... Вот есть простор у французов. Идеально просто. Дотащил, не снижая скорости, как бы, вот мяч. Он не стоял, ждал пока. Можно попытаться пробить. Это делает Федор Черенков. Удар получается очень неплохим. По-моему, так до конца не решил Бержеро, что делать. В конце концов, попытался поймать и вот выронил. Хорошо для вратаря, что за лицевую линию. И удар очень плотный, да? Да. Худенький Федор с 25 играл, так сказать, не заметен. Бах. Мишель Платини, работа такая с мячом, а? Великолепный. Защитника посадил, спровоцировал Родина. И сейчас Хиди Тулин блестяще играет. Il avait très bien senti le coup de ce ballon de Dimaco au premier поteau. Et vous avez vu le 1-2, on revoit l'action de Dimaco, le très beau 1-2 qu'il y a eu entre Lacombe et Platini. Такой большой Крестов, физически мощный, и просто где-то там искал мяч, когда уже Бессонов был в стороне. Бессонов. Вот Челебадзе. Пошел. И Челебадзе пошел. Тоже умеет он подключаться. Я думаю, вот сейчас Гаврилов не прав.
Потому что надо было до конца просто этого его ключа сунуть мяч до конца Александру Чавадзе. Я всегда поражался, вот, в ту пору еще, будучи, ну, достаточно, ну, уже, наверное, не юным, но все-таки молодым человеком, уже студентом, как-то вот вдруг пойдет Чавадзе в атаку, и ты вдруг отмечаешь, что он как будто бы туда и не ходил. Вот он дозирует так, да, но если идет, то точно до конца и почти всегда успешно. А здесь Зимако, не без нарушений или правил. По мнению арбитра, да, он подталкивал Родину, и поэтому раздался свисток. Первый раз он получает мяч, Курьёль, да? Дидье Курьёль сыграет на чемпионате мира 82, правда, там в основную обойму он входить не будет, но, по крайней мере, на поле выйдет. Но через два года, ты сам понимаешь, что говорить об основной обойме французской команды, можно, конечно, но это будет нечто разговором у нас в стране, допустим, летом. В конце лета 2008 года, когда его команда блестяще в группе играла, да вот так и не вышла замуж, как в том фильме, да, вот, и не планировала с места в карьер рвать. А потом вот еще на линию, там, за третье место. Вот, за третье место, может, уже и подсдулись, но, да, но я согласен с тобой в том смысле, что команда 78, в принципе, по потенциалу, она вряд ли была намного слабее, если вообще была слабее, команды 8-1-1. Я не знаю, кто, те, кто, допустим, сейчас отцы семейств, те, кто сейчас, вот, когда мы этот матч комментируем, то есть в 2009 году, вот сейчас Лекомп не забьет, мы это знаем, вот. Зимако хорошо выиграл. Собственно, росли, как сознательные зрители, да, на чемпионатах 86-го и 90-го годов. Я не постесняюсь все-таки сказать, что они были менее яркими. Менее. При голах Марадоны, так сказать, да, при всем чем угодно. Может быть опасно. И у мяча Шавло, и пятеро советских футболистов в чужой штрафной. Но это, как говорится, 90 минут в одном режиме играть просто конфетно невозможно ни для кого. Поэтому сейчас действительно возникает ощущение, что французы как будто бы игру по меньшей мере выровняли, а где-то выглядели поострее, согласитесь? Да, вот мы это, собственно, наблюдали на примере нескольких от Гаврилов. Вот Хидиэ Тулин пошел. N'hésite pas à tirer les soviétiques, ils ont raison, parce que la défense française joue bien, elle se regroupe. Действия футболистов и более талантливых, но про менее, когда ведешь речь о национальной команде Советского Союза, говорить как-то даже невежливо, вот, видно, чего к тебе уверен. Посмотри, они играют так же, вот я, да, там был выход Хидиэ Тулина, когда мне это в голову еще раз пришло. И вот сейчас Романцев центр, так центр, так сказать, да, и пошел до конца, правильно, боишься не делай, делаешь не бойся. Вот. И великолепно, кстати, Челебадзе играет сейчас, выводя Гаврилова. Себя оборвал, осек, когда начал говорить более или менее талантливый. Да, вот. Да, конечно, понятно. Вот. А я продолжу все-таки. И Киевская Динамо Валерия Лобановского, да, и Спартак Бескова. А мы смотрим 80-й год. Еще не засверкало вовсю свою силу. Базиль Бали, Марсель Десаи. И, ну, можно долго перечислять, так сказать, да, и все остальные. Я не знаю, проведу ли я вот непрерывную линию прямо сейчас сходу, но она наверняка существует. Уже свежестремительно, как в первом тайме. Но французы большим числом садятся, и тут, как говорится, на плечах не ворвешься. Сергей Андреев. Это он сам так вывернул, и рикошет случился. По мнению Андреева, рикошет. Мне тоже так показалось. Сергей Андреев, у них вот этих самых, я не знаю, и частушек, и прибамбасиков, и наспех рожденных каламбуров очень. Вот. А потом, я не буду говорить плохо или хорошо, это время такое сейчас, нормально, отыгрывается баннерами. Баннерами, да? Вот. И то, что пишут на баннерах, допустим, ну, не касательно судей, а в поддержку своих клубов, раньше в большей степени звучало, причем не хором, это не было то, что, как это называется, с акцией или что, или... Вот. Ну и опять вариант для арбитра поставить пенальти за фол против Сергея Андреева, и опять мы вот не можем разобраться толком,
Может, даже и лучше было болельщикам раньше. А вот посмотрим. Значит, это... четвертого повтора не видно, да. И значит, не все всем понятно. Так это и остается, а мне кажется, нет. Но Баси тянулся в мяч. Вот вся страна. Вот действительно, это как, знаешь, из других городов приезжали. Вот действительно, ночевать было. Нет, ничего страшного, возникает, купить билет. Третий ряд за ворота, да не вопрос. То есть готовы были и на ирландцев, и на датчан, прям буквально все. Монет летела вниз после. Так сложилось, что даже... Сейчас посмотрим этот угловой. Будет удар. Да, удар Шавло, и в кого своего, в чужого там мяч попал. Хорошие французы, конечно, в игре на коротке, но тут Досаев все видит прекрасно. Да, здесь культура обработки мяча просто фантастическая была у Зимако. То есть вот этот матч, в общем-то говоря, это строительство команды на вырост, да? О чем да. Мы говорили. Времени у них хочешь не хочешь, может быть и рад бы, как говорится, сейчас же, да, о себе заявить. Вот, да не получается, да, квалификацию не прошли, на Евро играют другие, а Челебадзе бьет практически с линии вратарской, но не попадает в ворота. Кстати, это тоже был год, который... Гаврилов, Черенков, Шавло. Мишель Платини, une belle ouverture. И вот момент. Что там судья пришел довольно деликатно, чтобы там требовали болельщики, будь матч официальным, да будь они французами при этом. Это вопрос уже пятый, как говорится, да, здесь допуск куда больше. И вот, а то, что он успел команду спасти, это не вызывает сомнений. Ну вот и плюнул Платини отсюда, правда никуда не попал. Досаев еще молодой, да? Вот в первом тайме был эпизод, когда он ждал, когда мальчик вернет ему мяч, и очень крупно камера держала лицо Рената Досаева. Такое ощущение, что вот сошел с обложки журнала «Огонек». Как раз вот Мако слева помогает ему, чтобы обыграться. Пику, правда, по-моему, у Зимако были несколько другие планы. Вот как все сложилось. Челадзе и нет офсайда. А что ж там думал Кристоф на Владимире Бессонове? Вы знаете, это просто фантастика. Подпрыгнул мяч. Да, да, но и Пику, он там, собственно, сумел на носовом платке вот так вот разобраться. Тут, конечно, немножко повезло. Но вот где-то повезло, а дальше не забил Зимако. Желтую карточку первую, по-моему, этот матч получает Жан Лион. Но не он сбивал Бессонова. А вот сейчас Гаврилов, это Черенков. Нет, по-моему, это Гаврилов бил. А почему мяч не защита? Раньше был свисток. Лежит Челебадзе, а нам бы, конечно, очень хотелось посмотреть повтор. Во-первых, сам удар, это без повтора, понятно, был настоящий гавриловский. На исполнение по ниточке, вот. И опять Челебадзе разворачивается, падает, но мяч Гаврилова, что называется, вверяет. Мне кажется, арбитр просто свистнул. Забавно, что вот громче всех кричали о том, что был фол французские защитники, потому что они видели, что Гаврилов... Фокус-то в том, что ему придется. Правильно? Придется. Не то, чтобы он этого не хотел, а сейчас надобности нет. Сращивать, вот, да, коня и трепетную лань и все остальное. Понимаешь? Да. Придется. И Шенгели, и Блохи тут слишком косяк, хороши, да. Чтобы разбрасываться такими ребятами, да, и Давид Кипиань. Конечно. Вот, и когда это удастся, причем это получится довольно быстро, да, пойдет такая игра. Ты помнишь отборочный цикл предиспанский? Некоторые матчи, это, да. Это было восхитительно. И в том числе домашний с Уэльсом из Чехословакии, это да, конечно. Это вот был как раз вот весь Советский Союз, как бы, да, все разное и все резонирует. Это было нечто, конечно. А вот и гол, который уже не отменишь, даже если захочешь. И кто, вы думаете, его забивает? И как забивает. И как забивает. Вот так, таскать мяч внизу, отдавать передачи, бороться. Ну и радость-то абсолютно 20-летняя, да? Себя узнаем, конечно. Правда, мы французам, как в песне или как в жизни, не забивали. Давайте смотреть внимательно. Очередная передача Шавло.
И неочередной прыжок Федора Черенкова и удар. Нет, там прыжок был отвлекающий, да. Но ведь в любом случае, что забил Черенков головой, это так роскошно, как рукой положив. Но те, кто рос в то время, наверняка помнят, что вот на фоне физической усталости, когда напахался, наелся, конец поединка, да, сколько мячей Спартак забил вот именно так, когда поставленность выполнения технических приемов, где-то отработка приводит к тому, что ты меньше тратишь, менее энергетически. Ну тут на кураже уже, конечно, от спешта уходит. Мяч сохраняет, и только лишь угловой, или мяч не покинул пределы поля. Нет, по его судья не останавливает игру, или все-таки останавливает. Тогда не так обидно, потому что Андреев-то прямо напротив ворот находился, и там были только защитники и вратарь на четвереньках, а мяч обработать не удалось. Здесь трудно нам рассуждать, мяч целиком пересек ленточку или нет. Ну, коли пересек, то понятное дело, угловой. Расстройство не от того, что не попал, а для себя так ударил. Пусть бы кто другой, да? Ну, как борется на последних минутах, конечно. Пожалуйста, Вадим, это снова Черебадзе. Нарушает правила. Еще один ностальгический элемент, вот эти циферки. Ты помнишь их? Конечно, конечно. И те бегущие строки, все это мы сегодня видели, вспоминали. Да, вот и все. Переполненная трибуна Лужников.